Хранить традиции и обычаи народа. Сегодня к утру в Мамадышском районе завершился праздник кряшенской культуры Петрау. Его отмечают крещеные татары в честь апостолов Петра и Павла. По масштабам фестиваль сложно сравнить с каким-либо другим событием, однако он имеет много общего с национальными праздниками, которые отмечают народы Татарстана. На Петрау 2013 побывал мой коллега Дмитрий Второв. Этот праздник на поляне Терла в Мамадышском районе с размахом отмечает уже в 14-й раз. Он вобрал в себя традиции многих народов. С татарским сабантуем, например, его роднят борьба кряж и поиск монеты в катыке. С русским Иваном Купалой прыжки через костер. Хотя есть отличия. Только здесь можно поучаствовать в конкурсе на лучший букет из полевых цветов или побороться за титул кряшен-щебярен, кряшенской красавицы. Надо огромное желание, чтобы участвовать, не то что даже победить, а что желание огромное, что ты любишь свой народ, то что свои традиции чтешь. Главное, нужно поставить цель перед собой. Если есть желание, то все можно добиться. Еще одна особенность в том, что площадку Петрау используют как фольклорный фестиваль. Это хорошая возможность для кряжан сохранить самобытность в песне, в народном творчестве и даже в рукоделии. Слава о ночном сабантуе быстро разнеслась не только по округе. Сюда приезжают гости из разных регионов России. Действие начинается вечером и длится до самого рассвета. Какой настрой у народа? Вот это нравится мне. Они же приезжают сюда отдыхать, радоваться. Распашки. Душой такой, открытый. Вот это нравится мне. На поляну Терлау в Брюссере уже давно не собираются только по национальной или религиозной принадлежности. Известные исполнители, звезды эстрады, легенды театра и кино. На этот раз на Майдане гости республики, участники универсиады. Поэтому выступления не только на татарском, на русском, но и на английском языках. Почетный гость Петрау 2013 Роман Лизалин, именитый капитан Арабеллы, спасший десятки жизней во время крушения Болгарии 2 года назад, родом из Мамадыша. И на этом празднике не впервые. Больше всего мне нравятся встречи, общение с людьми. Знаете, такие праздники, они сплочают, они укрепляют, и они должны быть. Из Дублина конкурс праздника «Ловля рыбы руками». Апостол Петр, в честь которого отмечается праздник, по преданию был рыболовом. Поэтому многие любители поудить в этих местах отмечают еще и день рыбака. Хотя главное состязание, конечно, борьба кряж. Абсолютный батыр сегодня под утро смог уехать с поляны праздника на новом автомобиле. Дмитрий Второв, Анур Хасанов, Тагир Хасанов и Николай Байкашев. Вести Татарстан, Мамадышский район.